Пошли, пошли, Ярик, пошли. С этого момента Ярик свободный дельфин. Он больше не будет никому служить. Ярик больше не будет рабом. Хозяин отпускает Ярика. Ярик, ты свободен. Уходи. Давай, Ярик. Добрый путь. В другую сторону, Ярик. Туда немножко пропрыгай. Не к коровам, Ярик, а в море. В море, Ярик. Ты свободен. Ярик, плыви. Давай в океан, Ярик. Давай, давай, еще чуть-чуть осталось. Только обратно не выпрыгивай. Не надо обратно, Ярик. Я знаю, да, мы тоже будем по тебе скучать, но мы приняли с Катей общее совместное решение, то что дельфины должны быть свободны. Мы все же за вот это, мы топим за животных, мы защищаем животных. Мы за дельфинное равноправие. Да, дельфины как люди, люди как дельфины. Если кто-то не знал, можете загуглить, дельфины в 3-4 раза умнее, чем люди. И поэтому из-за уважения к дельфинам мы решили отпустить сухопутного лесного Ярика. Ступай с миром. Ядрить тебя в плавник нафиг. Ну если ты сам не хочешь, значит я тебя отведу сюда. Вот да, я тебя сейчас заведу в эти водоросли. Вот сюда, иди сюда. И все, Ярик, ты больше не наш сын, до свидания. Кать, он за мной плывет? Он за мной плывет? Да. А нет. Он остался там. Все, ура, наконец-то. Наконец-то мы от него, да, избавились от него. Ну, просто в предыдущей серии, если кто-то не смотрел ее, я настоятельно рекомендую посмотреть эту предыдущую серию, потому что... Именно в предыдущей серии у нас, ну, у Кати, ладно, не у нас, у Кати, вот появилась такая задумка построить... Как это называется? Это называется стеклянный купол. Это моя новейшая разработка, дизайнерское решение в принципе, в полном объеме. И это служит нам для дома черепах. Пройдемте. Да, да. Я не буду присваивать себе вот это творение. Я, конечно, его полностью построил от самого нуля до самой верхушки купола. Но все это придумала Екатерина. Ну и, конечно же, вы, кто-то из подписчиков, кто предлагал нам давным-давно построить аквариум для черепах. И я хочу вам сказать то, что черепах здесь очень даже весело, потому что мы с Катюхой выявили некую такую тенденцию их отдыха в этом аквариуме. Екатерина, поделитесь, пожалуйста. Сначала данные черепахи проводят некоторое время в воде, а после вылазят на сушу. И наоборот. И так по кругу. Вот это сейчас наплавается, вылезет, поотдыхает, а вот та, которая сейчас отдыхает, пойдет поплавать, и вот так они туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Во-во-во-во-во-во-во, смотри, смотри, смотри. Ножками перебирает, пузиком чешет, идет загорать посередине ночи. И здесь всегда тепло, даже учитывая то, что как бы на улице февраль, здесь всегда тепло, потому что теплица. В теплице тепло. Это же не холодница. Если бы была холодница, в холоднице было бы... Да, вот. Больше... Короче, все. Примерно вот так у нас все выглядит. Выглядит красиво, выглядит просто потрясно. Ярика почему мы решили отпустить? Потому что Ярик начал жаловаться, то что, ну... Ему неловко жить в неволе. Ему не нравится быть... Тихо, тихо. На самом деле Ярик просто лопнул. Признайся. Да, предыдущий Ярик там умер. Мы словили другого и отпустили его, чтобы просто вам это показать. Ну, Ярики не любят жить в заточении. Ярики в заточении умирают. Поэтому мы решили не надоедать больше Ярикам. Если Ярик когда-то захочет прийти к нам опять в гости и там сходить по грибы, допустим, Ярик да, это... Да, пусть приходит, пускай приходит. Если Ярики нас сейчас слышат в комментах, напишите, мы всегда рады вас здесь видеть в наших сериях, да. Вот, а сейчас пришло время чики-бамбони. Не-не-не-не, чики-бамбони, хватит сегодня этих чики-бамбони с нас. У нас тут сквидварды развелись. В общем, Чебурак. Холостой, молодой пес. С самого начала нашего сезона он был одиноким мачо, который никогда ни в ком не нуждался. Просто белый волк сидит и сторожит наше спокойствие, нашу свободу и наше с тобой, Катя, поселение. Вот. И что ты хочешь этим сказать? Подписчики!
подписчикам. Вы заметили то, что всегда во всем виноваты подписчики. Каждая наша серия начинается с того, что подписчики что-то там сказали в комментариях. А естественно, то, что мы с Катей всегда читаем комментарии, всегда вычитаем там ваши идеи. Я сейчас покормлю нашего пёселя, потому что последний раз я его кормил то ли в предыдущей жизни, то ли в предыдущей, не помню. Держи. Молодец, сидеть. Кто-то сказал, что вот этому молодому человеку, ну, в смысле псу, не хватает в жизни любви. Поэтому... Чики-бомбоника! Чики-бомбони! Пошли искать для него пару! Ты скрафтила зелье? Нет, там какое-то валялось старое, я решила использовать. Ты же понимаешь, что я тебя даже бить не могу? Вот, я тебя бью. Видишь? Урон! Из-за слабости? Я тоже тебя не могу. А вот сейчас могу. Но мне кажется, я там... Тихо! Я там... А так ты себя тоже траванула! Ну, конечно, я еще не научилась нормально зелье кидать. Сгоняй за косточками. Быстренько, давай. Я пока вот туда пойду, в сторону магазина. Давай. А у нас есть несколько планов по поводу Чебурака. Первый план, ему нужно найти тёлочку, чиксу, крошку, бейбу, мадмуазелю, девушку. Называйте как хотите, в любом случае ему нужна пара. А второй план, который мы с Катей будем выполнять в ближайшие несколько серий, для этой новоиспечённой семьи надо будет построить будку. Все же как бы псы, а псам надо жилище. Поэтому, Кать, пошли. Я... Упала? Да. Проблема в том, что я даже не знаю, где могут водиться волки. Иногда они водятся здесь просто. Все, что ли? Вот ты где. Я тут уже такую речь подготовил, то, что там волки могут находиться где-то в тайге, волки там в джунглях могут... А ты тут! Как ее назовем? Тамара... Волочки бери! Тамара? Нет, не Тамара. Так. Выходите, выходите. Опа, 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 опа. Все, красненький ошейничек. Потом я его перекрашу, естественно, в розовый. Ага. То есть я ее приручил, она побежала к тебе. Вот она вся сущность твоя. Тебя не любят псы. Привет, холосый. Привет, маленький. Ну, кстати, да, у меня не только в Майнкрафте есть собака. А это, кстати, не моя собака, это собака моих родителей. Да чё тебе надо? Я не твоя хозяйка, отстань от меня. Не прыгай на меня. Ёпрсы ты. Чё ей надо от меня? Беляш! Пончик! Булочка! Хотя нет, булочка у нас уже есть. Как ее назвать? Успокойся, мать! Успокойся! Иди сюда, я тебя накормлю! Иди сюда! Стой на месте! Это твоя хозяйка! Я хозяин, это хозяйка! Не надо на нее прыгать! Да ты с ума сошла нафиг! Пошли, пошли! Может ее Люсей назовем? Я не знаю! Люся? Или слушай, потом... ну-ка, посмотри мне в глаза. Ну чё, ну... Смотри, ну отойди! Вылитая Люся, вылитая! Слушай, точно, я не против, давай Люськой назовем. Чебурак и Люся? Пошли, да? Пошли. Хватит смотреть на Катю, я твой иди сюда! Иди сюда, давай за мной! Вот прям настоящая Люся, что в жизни непослушная, что в Майнкрафте непослушная. Ты будешь за мной идти или нет? Короче, пошли домой, пошли. По идее... Какая-то реально странная. Вот, все, пошли. В принципе, я это делаю только для подписчиков, учитывая то, что Чебурак у нас как бы одинокий кобель. Ему никакая телочка не нужна. Ему в одиночестве уже 80 серий выживания нормально. И он бы так и дальше существовал. Но подписчикам срочно нужно было чики-бомбони устроить, поэтому... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Чики-бомбони не будем устраивать? Ну иди сюда. Это твой парень. Это твоя девушка. Мы оставим вас здесь наедине на ближайшие пару минут. Никаких чики-бомбони не надо. Просто Чебурак до серии мне на ушко нашептал то, что он еще не нагулялся. Какой непостоянный молодой пес.
как бы тёлочку ему надо, да, но проблема в том, что эта тёлочка с ним, наверное, ненадолго задержится. Чебурак, она вся твоя. Пошли, Кать. Воу-воу-воу-воу, кстати, надо Люську, Люську, Милку проверить. Иди, иди проверяй Милку. А еще, подожди, мы сейчас будем строить вот эту будку для новоиспеченной пары или чуть-чуть позже? Ну а что, они вдвоем тут на улице будут тусоваться всю ночь? Ну, конечно, сейчас. Да, учитывая то, что подписчики реально в каждой серии в комментах просят меня построить эту будку. 5 минуток, и ваше жилище будет сдано в аренду. Подождете? Ну вот и замечательно. Попугай, вот это, следи за ними. Ага, вот, вот так, да. Так, я вижу, у тебя там все нормально. Булочка с корицей подросла, и с мамкой как вылитые, вот капли воды с яблони упали. Не отличить просто, не отличить, да, наверное? Так, ну чё, ты там решил, где строить будку будем, а? Или мне тут все порешать самой, м? Тихо, 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 решательница. Я думаю, вот где-то вот здесь или с другой стороны, вот здесь, где наши попугаи живут. Попугаев, черт твоей бабушки, смести отсюда, потому что они и так бесполезные. Ну или все же вот здесь. Здесь много пустого места, и плюс к этому всему ламу мы, скорее всего, рано или поздно отсюда перетащим. Потому что, ну, загончик у них такой себе. Да, я тоже считаю, что слишком много у нас пустого места. Надо застроить все нафиг тут, поэтому давай вот здесь. Ну, раз так, 1, 2 и 1, 2. Все, тростник, подвинься, пожалуйста. Елку, в принципе, в ближайшее время мы уже как бы будем разбирать. Все, зима заканчивается, поэтому вот где-то вот здесь у нас и будет жилище для Чебурака и Люси. Давай, может, как-то по-другому, ну, Чебурак, ну, типа... Это тоже как батончик и Милка. Типа Чебурак и фарш, допустим. Может, ее фарш будут звать? Давай реально опять попросим помощи у подписчиков. Они же всегда выручают. Напиши в комментах, как ты думаешь, какое больше имя подойдет для нашей новой чебурачковной тёлочки? Вот, чтобы они сочетались вот этими между своими именами. Да, да, вот. Люся или фарш, давай, голосуем. Ну или что-то свое, как бы тоже придумай, а мне дай буквально пару минут. Я сейчас хотя бы построю заготовку для нашего... собачьего пентхауса. Опа! Опа! Так, 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 так. Закрываем все это. И наша будка готова. А, ну ключевые, ключевые штрихи, ключевые, чтобы сразу было понятно то, что здесь внутри живут целых 2 собаки. Косточка сюда и косточка вот сюда. И вот сейчас готово. Здорово. Ядрёный случай, ты чё за срач-то здесь устроила? Типа елку снесла, за собой прибраться не? Ну я, видишь, на подмостках поднималась наверх, чтобы верхушку убрать. Вот, сейчас только слезла, сейчас приберемся. Короче, как ты можешь видеть, наша будка полностью готова. И, в принципе, она даже хорошо так симпатично вписывается рядом, вот это, по соседству с ламами. Ну и плюс к этому всему, всем этим пёселям надо охранять мост, чтобы сюда никто из наших врагов не залез. Поэтому... А можно посмотреть, можно посмотреть? Да, давай. В эту будку, в принципе, можно даже самому залезть. Давай. Как туда попасть-то? Не могу. Не могу туда пройти. Конечно, потому что вот сюда... А, нет, кстати, можно пройти. На шифте? Опа, и слушай, тут так уютно, то что я сам здесь хочу жить. Так тут же ничего даже нету. С этой стороны у них будет еда, с этой стороны у них будет вода. Потом вот это все я окружу красным, таким шикарным ковриком. Они здесь будут жить, не тужить, потом может когда-то вот этот Чебурак созреет для Чики-Бамбони, поэтому у них прям идеальный здесь дом будет. Чебурак, и тебя, неважно как тебя будут звать. Ты давай не дома у меня тусуйся, давайте за мной, что одна, что другая, давай, давай, не заставляй поводок в руки брать. Давай, давай хвостиком виляет, Чебурак, ты главное в воду не падай. Пошли, 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 пошли. Ты акробаты просто. Давай, давай, да. Внутрь заходи, Чебурак, внутрь зайди. Чебурак, хватит на пчел внимание обращать. Давай, пошли, пошли, давай, давай. Ну все, вы меня заставили просто. Что одна, что другой. Внутрь, внутрь зайди, и ты тоже.
Внутрь зайди, давай. Так смешно со стороны наблюдать за это, конечно. Давай, давай, Чебураки, вот этот бургер с мраморной котлетой. Вот здесь будете жить, вот одна и другая. Так, и ты тоже. Ага, еду на, сидеть, сидеть, до свидания. Опа. А вот это окошко можно открыть, чтобы вы там немножко проветрились, вот так. А я вот так хочу, чтобы было, вот так. Привет. О, привет. Опа, опа. Все, кушайте, кушайте, кушайте. Кать, я не перестаю просто умиляться тому, то, что в каждой серии наша деревня разрастается, разрастается и разрастается намного больше. Да, мне особенно нравится вот этот купол для черепах. Это просто какой-то фьюча, просто футура, будущее. Ничего, ничего, песли, для вас мы тоже когда-то купол футуристический построим. Если, конечно, Чебурак, ты все же замутишься этой мадмуазелью, поэтому это в твоих, Чебурак, интересах. Не-не-не, вот так. Ну хорошо, пускай будет вот так, пошли. Слушай, пойдем переспим, а? У меня сразу два вопроса к тебе. Первый, ты устала, что ли? И второй, ты в курсе, что на улице день? Мы не переспать, не спать не можем. Пойдем. Вы можете спать только ночью и во время грозы. Тьфу, блин. Ночь наступит, переспим. Днем не спим, днем трудимся. Все во благо нашего города. Пошли. За работу, за работу! Там картошка не спахана, морковка не посажена. Иди трудись, мать! Я уже сегодня два одиноких сердца свел в одно.